Вот Трудовские. Сейчас мы заехали на Трудовские на своем броневичке. И где-то уже был выход. Куда-то сюда сейчас прилетит. Это по нам. А видишь, непросроченными. Да-да-да. Как не взорвалось? Не взорвалось. Вчера тоже вот так было. С трех снарядов один лег, второй вот это вот такой был просроченный, а третий, видать, упал, не разорвавшись. Просвистело, я жду, думаю, ну сейчас упадет. И только тишина. Такой, вот с трех снарядов два просроченных. Да, сейчас туда в сторону Маринки полетел. Ну тут война не прекращается. Вы как раз на перерыв трошки попали. Перед этим я же говорю, что я и ушла, бы было без перестана. Это может мы ехали потом за дворец. Это сюда летит. Не туда летело, не сюда. Это оттуда вас летело, туда. Ага. Оттуда по Маринке стреляли наши. Я посвистываю в этой. Вот. Войнушка продолжается на Трудовских. Ну еще сказали, не началось. Все самое страшное еще впереди. Ну да, страшное не началось. Это только прелюдия. Пристреливание. Ну, наши больше много света видели очень. Ну, это. Говорят, что и наши готовятся. Ну и Украина. Говорят, все, что движется, летает и стреляет, все сюда стягивает. Не, мы же не снег. Какие-то пролеты. Вот прилет по доски. Что-то непонятно, где-то что-то прилетает. Отлетает. Thank you.
летит. Куда, что, не поймешь. И сюда, и туда. Убегают.